Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание булавке и поговорим о том, как правильно носить булавку от сглаза и как приколоть, чтобы это действительно был для вас мощный оберег и защита от негатива и от злых помыслов тех людей, которые могут вам желать ничего хорошего. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, каждого из нас всегда должен быть или оберег, или талисман, который будет помогать нам в жизни. Поэтому отлично защищать от негатива. Вам помогут обереги из самых обычных повседневных предметов. Нужно только правильно их носить и уметь правильно заговаривать, потому что это уже вероятность есть того, что действительно они вам помогут и будут вас защищать. И в этом видео мы с вами уделим внимание именно булавке. Вы знаете, булавка сама по себе это вообще еще древний-древний предмет туалета, который носили еще шумеры в 4-м тысячелетии до нашей эры. И булавка является достаточно мощным и сильным оберегом от всех негативных воздействий. Будь то будет порча, сглаз, проклятие или какой-либо вообще негатив. Но действует такая булавка только в том случае, если вы ее предварительно заговорите и будете носить правильно. Итак, как же из булавки сделать оберег от сглаза? Многие считают, что чем ценнее материал, из которого сделана булавочка, тем сильнее ее магические свойства. Но сразу забегая наперед, хотим вам сказать, что это не так. Единственное, чем больше она блестит, тем сильнее отвлекает внимание человека, вольно или невольно, который пытается вас сглазить. Булавки отлично защищают именно от сглаза, а ведь хорошо известно, что именно этот посыл негативной энергии далеко не всегда делают преднамеренно. Для того, чтобы данный оберег смог вас защитить, нужно провести определенные действия. Обязательно такой обряд нужно провести в любой вторник. Но обращаем ваше внимание, этот ритуал нужно именно делать на растущей фазе Луны. Итак, для проведения этого ритуала вам понадобится белая свеча и новая английская булавка. Причем лучше ее приобрести в пятницу вечером. Острую оконечность немного прокалите в пламени свечи. Далее нужно произнести 3 раза особые слова. И каждый раз после произнесения этих слов капельку воска отправляете в булавочное ушко. То есть всего у вас должно получиться 3 капельки. Остывшую булавку вы уже можете прикалывать к одежде. А слова для этого ритуала, друзья, следующие. К моему ангелу-хранителю, защиты и благодарителю. Молитву и просьбу шлю от недоброго взгляда укрой, от злого посыла закрой. Аминь. Вы знаете, как говорили наши предки, булавку от сглаза лучше приколоть именно головкой вниз на внутреннюю сторону одежды. Причем одежда должна быть именно из натуральных материалов. Крепить ее советовали наши предки ближе к подолу и обязательно периодически смотреть, не потемнел ли кончик у иглы. Если потемнел, то булавку означало, что нужно в самое ближайшее время ее заменить. Но, конечно, время меняется, и теперь стоит обратить особое внимание на те советы и рекомендации, которые стали популярными в сегодняшнее наше современное время. И в соответствии с ними булавку вы можете крепить и на внешнюю сторону одежды, и ближе к сердцу, так чтобы ее именно было хорошо видно.
Негативный посыл в этой ситуации приходится на нее, а заговоренная булавка может отлично его отразить или отвлечь своим блеском и тем самым значительно ослабить энергетическую атаку. Только стоит быть очень внимательными, она не должна быть расстегнутой. И для того, чтобы булавка от сглаза защищала вас особенно хорошо, ее обязательно можно украсить голубой бусинкой. Можно и зеленой, только ни в коем случае не черным. Не черной, потому что тем самым она будет больше отвлекать внимание дурного глаза. Важно знать, если вы используете обычную железную булавку, то через какое-то время ее придется заменить на новую и проделать этот ритуал заново. Таким индикатором для вас послужит острие булавки. Если оно изрядно почернело, окислилось, в таком случае оберег выполнил свою прямую функцию и защитил вас от сглаза. Если же булавка из драгоценного металла, то с нее необходимо периодически снимать накопившуюся чужую отрицательную энергию, обычно каждые где-то от 1 до 3 месяцев. А для снятия негативной энергии выполните следующие действия. Во время полнолуния снимите булавку и хорошенько обязательно прополощите в проточной воде. Далее высушите и оставьте на ночь. И засыпьте на ночь такую булавочку обычной солью. Отработанную соль в пищу использовать ни в коем случае нельзя. Просто смойте ее в туалет или закопайте в землю на улице. Вот такая вот простая булавка, которая поможет вас оградить от того негатива и проблем, которые могут появиться в вашей жизни. Также, если вы очень любите всевозможную бижутерию, и вам тогда в помощь могут помочь броши. Именно брошь, которая состоит частично из булавки. Именно такую брошь старайтесь как можно ярче прикрепить, чтобы она была яркая. И также прикрепляйте так, чтобы ваши враги, чтобы все те люди, которые общаются с вами, в первую очередь не на вас обращали внимание, а на эту брошь. И таким образом эта брошь будет принимать весь негатив. То есть весь тот посыл, который отправляет в вашу сторону, она будет в первую очередь принимать. Обращаем ваше внимание, что, как правило, такие броши долго не живут. Почему? Потому что они или ломаются, или почему-то теряются, или еще что-то с ними происходит. То есть, но вы должны понимать, как только вы увидели, что ваша любимая брошь рассыпалась, поломалась, потерялась, знаете, она приняла на себя негатив. И знаете, что, скорее всего, в вашем коллективе, у вас на работе есть люди завистливые, которые только и ждут, чтобы вас подсидеть. Обращайте внимание на эти знаки. Друзья, прямо сейчас вы видите два прямоугольника. Это следующее видео. Обязательно нажмите то видео, которое вам приятно, интересно, и досмотрите это видео до конца. Приятного просмотра!